Налетай, народ, кому сахар, кому мед. В краях башкирских с медом все хорошо, как с футболом. В этом сезоне не очень, но есть надежда. Она всегда юношей питает и болельщиков. Стартовый свисток, ротор начинает с центра поля. Открываем в воскресенье в лучшей лиге мира Майлбет. Первая лига, 16-й тур. Бояринцева показали. Евгений Харлачев, Евгений Валерьевич Харлачев. Наставник Уфы Денис Константинович. Момент какой был! На 6-й минуте первый опасный в матче. Это одна победа над родиной, упомянутая, две ничьи. Удар! Спасибо, Стоцкий говорит. Видите, где крайний защитник Радимова. Чегров сейчас все сделал правильно. Страховал. Спурт, спринт. И еще удар. Еще момент. Корнюшин. Момент. Уфы, Чагров. И опять внимание обращаем. На дальней бровке судья с поднятым флажком. Это Гуренко. Сколько работы, столько и сейвов. Неплохо. Неплохо. Хорошо. Перекладина спасает ротор. Это кто такой красавчик? Не Анисимов ли? Бочаров. Предложил себе, открылся. Собрал двоих. Прошел, пробил. Вот что нужно. Вот что нужно Уфе. Навесы на малышей. Ребят, ну это в какой-то степени наив. А вот Пасевич показал, какие угрозы могут быть реальными. Пришел он прошлым летом после Гуренко. Исполняет, ну, сначала в штаб вошел. Момент, смотрим. Карпов, проход, прострел. То слева, то справа теперь. Меняется весь матч позициями Вадим Карпов. Желание запутать соперников сейчас... этой концентрации от пропущенных мячей. Корнюшин! Чегров! Похожий момент. И снова с правой бровки. До этого Пасевич. Сейчас Корнюшин. Ложкин. Собрал двоих, пробросил. Ложкин! Штрафной! Ложкин! И под гол передачу! Да! Уфа забивает на 86-й. Хорош Ложкин к уфимскому обеду. И вся команда. И вся команда, я рекламировал Ложкина и его гол родине. Что-то похожее сейчас белорусский нападающий исполнил. А кто забил? Кто поддержал? Анисимов! Ах, Андрюха, привет, Андрей, да? Спасибо туда наверх. А вот в плане возможностей. Отдавать нельзя, там вне игры, поэтому сам буром прет. И на второй гол. Это 2-0, это Ложкин. Вот теперь кто лучший, вот кто лучший. Пасевич, проход Пасевича феноменальный. Таким белорусским кабанчиком сейчас с правой бровки. Плечом, видели, как оттеснил? Великолепно. И Пасевича все поздравляют. А, кстати, вот тоже, да, момент. Поздравляют все в основном не Ложкина, а Пасевича за этот проход. И вместе там радуются на бровке. Пасевич великолепно с позиции правого нападающего в штрафную вошел, покатил. Пускай он будет не Галевичем, но Пасевичем. Календарь, который благоволит, я об этом говорил. И Уфа меня услышал. Пасевич. На третий гол прострел. Пасевич. Прекрасный матч. Совсем недавно в кубке он здорово вышел. Харлачев так и говорил про игру Романа Пасевича. Блистательный футбол. Ну и все. Уфа побеждает. Свисток. Алексея Лопатухина. Пасевич. Ложкин. Анисимов. Карпов. Вот он, герой. Владислав Ложкин. Всех с продолжением выходных. Смотрите футбол. Надеюсь, что остальные матчи тура вас также по эмоциям порадуют. У меня на этом все. Пока.